Заречье – самое маленькое поселение района. Его площадь всего несколько квадратных километров. Но вопросов и задач у руководства здесь не меньше, чем везде. Компактность расположения требует особых подходов к решению всех проблем. И руководство муниципалитета умеет эти подходы находить. У вас в целом по территории спокойная обстановка, атмосфера положительная, так скажем. У вас по прошлому году порядка 65 было жалоб и обращений по системе «Добродел». Связаны они были с больше жилищно-коммунальным хозяйством. Где-то были ямы, где-то людей беспокоило. Ремонт подъездов. И эту программу мы в этом году активно начинаем по рекомендации правительства Московской области. В целом 65 обращений за год – это не так много. Я бы сказал, что это минимально возможное количество. Значит, администрация многие вопросы отрабатывает на территории, и людям не приходится жаловаться. Благоустройство, поддержка социальных объектов и инженерной инфраструктуры, ремонт дорог и развитие спорта. Справляться с задачами позволяет рациональная и взвешенная бюджетная политика и грамотное планирование вопросов развития поселения. В частности, помогает продуманный генеральный план развития территории. В этом генеральном плане мы фактически все социальные объекты, обратите внимание на карту, привязали к земельным участкам. То есть они уже не безликие, детские сады, поликлиника, еще дополнительно две школы. Это уже четко очерченные земельные участки с площадями, которые определены и закреплены уже за инвесторами, которые должны это все отстраивать вместе со своим жилым фондом. Андрей Иванов и Юрий Чередниченко обсудили не только итоги 2016 и начало 2017 годов, но и перспективы социально-экономического развития поселения. Одним из его важных моментов является, безусловно, наращивание потенциала систем «Безопасный город» и «Безопасный регион». Помимо безопасности, эта система нам будет давать возможность еще контролировать коммунальные службы, что в нашей работе с вами очень важно. А сколько приехала машина убирать территорию, во сколько увезли снег или мусор, как часто приезжают мусоровозящие машины, как часто выходят дворники убирать территорию. Все это будет видно в системе онлайн практически. Вы при каких-то, так сказать, каком-то недовольстве или жалобах жителей вы можете спокойно несколько там дней просматривать то, что происходило вокруг подъезда, во дворе, вокруг дома и так далее. Среди других тем, которым было уделено внимание, реконструкция стадиона и детских спортивных площадок, развитие Зареченской школы и местного культурно-досугового центра. Я очень доволен встречей. Почему? Потому что, собственно говоря, Андрей Робертович полностью погружен в наши проблемы. Вот. Ему известно и о том, как работает школа, как работают детские сады, известны проблемы коммунального хозяйства. Поэтому разговор шел скорее не по отчету, а по тем проблемам и задачам, которые стоят перед администрацией поселка, администрацией района по Заречью на будущий год. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».